ударного выступления. Ваши аплодисменты. Дорогие друзья, с нами Анна Коваль. Замечательный художник, который на сегодняшнем мероприятии подарил несколько своих картин. И ваши впечатления о сегодняшнем вечере? Сегодня прекрасный вечер. Я поздравляю всех с наступающим праздником, с наступающим Новым годом. Я очень рада, что мои работы попали к таким прекрасным людям. Пускай они радуют, украшают и, может быть, принесут удачу в следующем году. Мега-базар, новогодняя вечеринка сегодня с... Много было поздравлений, бизнес-инкубаторы, стартапы, инвесторы, невероятные эмоции, вообще отлично, здесь просто жаркая такая обстановка. И, Анна, честно говоря, мне очень понравились ваши картины, это не такой минимализм в таком вычурном, хорошем таком стиле, необычно смотрится, очень интересно. Что вы вообще планируете делать в будущем 2017 году? Продолжать творить, скорее всего. Дело в том же контрастном стиле, пытаясь отразить и современную действительность, и то, что происходит. Вот, собственно говоря, будем встречаться в следующем году. И обращайтесь, заходите на наш сайт. С чего все начиналось? Скажите, Анна, как вы нарисовали свою первую картину? Ваши вообще воспоминания, эмоции? Поделитесь. Ну, наверное, больше связано с воздушными гимнастами, с цирковыми выступлениями. Вот, собственно говоря, у меня есть здесь работа. К сожалению, человек не дошел до этой работы. Но это было первое, что меня в первую очередь, наверное, сподвигло на эти работы. Собственно говоря, отсюда тени, отсюда контраст, отсюда черно-белые работы, как правило, поэтому... Давно вы начали вообще писать картины? Так, чтобы профессионально, несколько лет. Вообще изначально с детства это такие вещи, к которым приходишь с возрастом в любом случае, но желание, оно корнями уходит в глубокое детство, поэтому. Я понял. Ну, творчество и бизнес, они нераздельно сопровождают нашу жизнь, поэтому всегда приятно, когда есть такие моменты, и люди могут получить в подарок не просто какую-то грамоту или, например, какой-нибудь там пауэрбэнк для зарядки телефона, а уникальную картину, в которой содержится история, которая написана человеком. Это замечательно, ради этого стоит жизнь. Оставайтесь с нами на нашем канале Cymex News. Всем привет!